В Оренбургской области успешно завершились испытания новейшей зенитно-управляемой ракеты «Стрела-9М333», сообщает концерн «Калашников». На опубликованных кадрах запечатлена ночная стрельба смонтированного на гусеничном шасси комплекса «Стрела-10М» по нескольким воздушным целям, имитирующим оружие противника. Тесты проходили в том числе и в так называемых «догонных курсах», когда «Стрела-9М333» догоняет цель и подрывает боевую часть. По данным разработчика, «Стрела-9М333» может в любое время года поражать низколетящие самолеты и вертолеты в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет. Изделие позволяет вести огонь по принципу «выстрелил, забыл». Кроме того, «Стрела-9М333» имеет три режима работы головки самонаведения – фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый. И именно благодаря этому превосходит другие ракеты подобного класса. Поскольку испытания завершены, концерн приступает к производству ракеты в интересах Министерства обороны.